Темрюкский район стал победителем краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп-2013». Итоги краевого конкурса были объявлены в краевом центре 29 ноября. Как отмечает Министерство курортов и туризма Краснодарского края, количество заявок на участие в конкурсе увеличивается ежегодно, и вместе с этим растет престиж конкурса. В этом году были определены победители в 21 номинации, которыми охвачены практически все уровни организации отдыха. Так, в номинации «Лучшая детская здравница» второе место завоевал детский оздоровительный центр «Северянка» станицы Голубицкой. Но самым долгожданным стало объявление победителей в номинациях «Лучший курорт». Лучшим курортом Черноморского побережья по итогам 2013 года стал город Сочи. В номинации «Лучший горный курорт» победил «Горячий ключ», а в номинации «Лучший курорт Азовского побережья» заслуженную победу одержал Темрюкский район. Награду получил глава района Иван Василевский. Для Темрюкского района это уже четвертая победа в данной номинации престижного конкурса. Район завоевывал победу также в 2011, 2010 и в 2009 годах.